Мотор есть? Да. А все, мотор? Мотор. Гош, давай пока немножко подумаем. О, это... Гош, я не знаю, что отвечать. Я не услышала ничего. Батизада? Сейчас что ли идет батизада? Кто ты такой? Не ставь это в видео, пожалуйста. Я просто так подошел. Make sure they hear us, feel it. We are the anger and the hunger. Make sure they hear us, feel it. We are the anger and the hunger. Holy water, crying like the old time. Батизада – это церемония такая. Лучшая, на которой я был. Жига, жига. Получение пояса. Люди. Батизада для меня – это праздник. Это жизнь. Круто. Нравится. Это самый крутой ивент года. При этом батизада – это моя гордость. Жизнь. Жизнь, для которого надо жить. Самое лучшее время проведения выходных. Это огромные впечатления и поддержка друзей. Батизада для меня – это энергия. Это микротравмы у детей и оказание помощи. Новые ощущения. Много положительных эмоций. Новые тренировки. И прокачка всей капуэры. Батизада – это батизада, а трокончикордос – это смена поясов. Абсолютно правильно говорит. Батизада для меня многое значит. Лично для меня батизада – это какая-то возможность показать свой уровень, показать, чего ты добился за год, как ты вырос относительно себя и сравнить с тем, каким ты был год назад на прошлом батизаде. Это очень важное событие для всех капуэристов. Для меня батизада – это семья и новые эмоции. Для меня очередной закончившийся год и очередной новый этап жизни. Всем хорошей батизады!
Батизада – это одна из самых важных частей в жизни. Это очень мощное мероприятие в году. Это радость. И получение нового пояса. Зада – это хорошие и позитивные эмоции. Вообще, самый веселый праздник для капуэристов. Я люблю Батизаду. Ты ж потом это поставишь, да, вот эту историю всю? Капуэристы – это фуашник. Все, когда едут уже с поясами, они думают, что мы сейчас едем на Батизаду. Но на самом деле, у кого уже есть пояс, они едут на Трока де Кордос, а у кого нет его, они едут на Батизаду. Ну, так.